Вашет, 34-летний водитель Урала, задавил 36-летнюю женщину. Момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора. Дама собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу, но шофер грузовика то ли не заметил ее, то ли не справился с управлением. Сейчас эту съемку отсматривают инспекторы ГАИ. Смертельное ДТП на трассе Челябинск-Екатеринбург. Погиб таксист. По сведениям очевидцев, такси «Дэон Нексия» выехало на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но столкнулось с «Субару». В результате ДТП таксист скончался на месте. Теперь стражи правопорядка будут выяснять, кто виноват в этой трагедии. А в центре Челябинска произошло необычное ДТП. Водитель внедорожника потерял управление, наехал на препятствие, подлетел и перевернулся, приземлившись на крыше двух припаркованных легковушек. Владельцы подсчитывают ущерб, а стражи порядка пытаются понять, как это могло произойти.